Молодежь – это самая активная и мобильная часть нашего населения. Это главная надежда на будущее. Именно от грамотной и эффективной молодежной политики зависит развитие нашего района. И этому направлению работы у нас уделяется особое внимание. Об этом убедительно свидетельствуют коллеги социальной сферы по вопросам молодежной политики, на которой побывала наша съемочная группа. На коллегию социальной сферы, где обсуждались итоги работы по реализации молодежной политики в Славянском районе, были приглашены все, кто так или иначе связан с этой важной деятельностью. Это были специалисты по работе с молодежью, представители образовательных учреждений, сельских поселений, молодежные активисты. В докладе начальника управления по делам молодежи Олега Смольникова был дан убедительный анализ реализации молодежной политики в прошлом году. В 2017 году также работа велась по основным 18 направлениям реализации молодежной политики. В этом году, в 2017 в отчетном, проведено в общем, в целом, принято участие, организовано, оказано содействие в проведении мероприятий, принято участие в конкурсах. В целом, валовый показатель – это 631 мероприятие. Работа проводится обширная, но никто не собирается останавливаться на достигнутом. Будут реализовываться новые идеи, получат дальнейшее развитие уже опробованные мероприятия. С этого года мы начинаем новые видения и новые подходы к реализации мероприятий. Будем наращивать потенциал. Выделяется нашим советам спасибо и главе, конечно же, дополнительные средства на наши идеи, которые возникают в течение года. Мы приходим, предлагаем какие-то проекты новые. Для этого, конечно, изыскиваются средства, потому что любая молодежная инициатива должна находить поддержку, так и есть. О том, как идет молодежная работа по проведению социально значимых мероприятий, связанных с организацией творческого досуга, гражданско-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием, рассказали руководители комплексного молодежного центра «Континент» и Центра патриотического воспитания молодежи имени Героя России Геннадия Трошева. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко положительно оценил работу, проведенную управлением по делам молодежи. Выразил уверенность, что у него есть еще перспективы на дальнейшее развитие. Глава Славянского района отметил, что молодежная политика была и остается приоритетной, и все же успокаиваться на достигнутом не стоит. Нужно стараться больше думать о содержании мероприятий, о том, чтобы они смогли изменить жизнь в лучшую сторону у нашей молодежи. Много направлений, много мероприятий. Мы просто качественно должны выполнять. Мы должны их выполнять, и самое главное – мы должны видеть обратную связь. То мероприятие, которое мы проводим, оно вот достучались мы этим мероприятиям до наших вот детей, до нашей молодежи. Или это просто, как говорится, вот провели время и все. Мы работаем сами для себя, сами перед собой ставим задачи и стараемся их выполнять. Можно с уверенностью сказать, что при всем многообразии хороших мероприятий кипучая молодая активность невозможна без молодежных лидеров и активистов. Именно они задают тон среди своих сверстников. Я сама участвую в самоуправлении и в волонтерстве. У нас проводятся разные мероприятия, также просто в техникуме проводятся соревнования разные, мероприятия по планам праздников, там, к примеру, 8 марта. У нас проходят мероприятия по развитию молодежи. Это встречи с регионом 93, встречи с различными организациями, в которых проводят беседы, проводятся вечера развивающие, чтобы молодежь в дальнейшем извлекла из этого полезный урок. Поучаствовали в международном чемпионате по современному мечевому бою, полноконтактным видам единоборства. Это когда в полном доспехе, в полном облачении. Вот, мужчины сражаются. В октябре месяце мы были в Анапе на турнире «Меч Черноморья». В Темрюке мы были в ноябре месяце. Везде заняли призовые места. Задачи по работе с молодежью в нынешнем году стоят серьезные. И год волонтера и добровольца обещает много ярких, запоминающихся событий.
Молодежь постоянно требует чего-то нового, чего-то интересного, чего-то свежего. Где-то мы стараемся отказаться от каких-то уже устаревших форм работы с молодежью, где-то внедряем новые. Конечно же, чтим традиции тех мероприятий, тех важных, очень интересных событий, которые наши предки, до нас работающие люди, те же самые из комсомола и предыдущие руководители этой структуры, наши наставники, которые сегодня говорят о том, что нужно сохранять традиции. Мы это пытаемся сделать и будем это делать. Твори, выдумывай, пробуй. Эти слова поэта можно считать лозунгом и призывом к действию для самых жизнерадостных и неравнодушных молодых людей в Славянском районе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».